очень тяжелая на самом деле. Давлел результат очень над нами и над соперниками, я так понимаю. И вследствие этого много было какой-то спешки у нас в стадии завершения. Контролировали мяч в середине, доводили, но именно в стадии завершения торопились очень сильно. Скорее всего, следствие давления. Ну так, ребята молодцы, забили, хорошие голы забили, выиграли. С победой вас! А, несмотря на счет, остались ли еще какие-то компоненты игры, которые вы остались недовольны? Да, проблем хватает. У всех проблем у команды, я думаю, хватает. Здесь начал работать в обороне, но сегодня именно вот эти моменты уже в концовке, нужно было с холодной головой подойти к этому, немножко торопились. Кирилл Ярокович довольно-таки долгое время отсутствует заявки, что с ним? Ну, травма, мы ждем его возвращения, надеюсь, в ближайшее время уже приступит к тренировке. Спасибо.